Так, собрал мусор, куча бутылок из-под воды, пластика. Здесь в Израиле, что меня удивляет, это что мусор раздельно сортируют. Вот такой бокс, красиво оформленный, художественно. Здесь пластик выбрасывают. Смотрите, сколько бутылок. Ну какие бомжи здесь. Не забирают ничего. Да, пакетик мы сюда положим. Сортировка мусора. Вот отдельно другой оранжевый бокс для жестяных банок, картонных, переполненный. В общем, культура у людей присутствует. Все чистенько. Так, и еще отдельно железный бокс. Не знаю для чего. Коммунальные службы работают довольно хорошо. Мусор для органики покажу сейчас в другом месте, куда выбрасывают. Сегодня суббота. Глубоко верующие евреи в этот день в синагогах. Так, а вот как бы наподобие гаража. Но на самом деле это не гараж, а здесь выбрасываем мусор. Вот пластиковые контейнеры на колесиках. Здесь выбрасываем остальной мусор, органику и все остальное, что не подлежит сортировке. Ну вот так аккуратно закрывается. Даже замок стоит. Коммунальные службы в рабочие дни приезжают сюда, выкатывают ящики, высыпают, забирают мусор. И так вдоль поселка по всем остальным мусорникам. В принципе, молодцы. Мне нравится, за это им большое уважение.